المسلم لابد دائما يتفاءل، لا يتشائم، لا يتطير. Мусульманин должен всегда что ожидать чего-то благого, хорошего, быть оптимистичным. То есть он не надо ему что ждать чего-то плохого, какие-то плохие знаки в чем-то видеть постоянно. تجعل الأشياء التي حولك كلها تساعدك فيما خلقت لأجله للعبادة. Все, что вокруг тебя находится, то есть постарайся это сделать таким образом, чтобы это все помогало тебе в том, для чего ты, ради чего ты был создан, то есть поклонение. بعض الناس في الدنيا يعني في هذه الدنيا وهو مسجون. وبعض الناس في السجن وهو كأنه خارج السجن، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن لم يتضجر وما تأفف، بالعكس في السجن كانت أكثر مؤلفات شيخ الإسلام في السجن، وجعل هذه المصيبة يعني جعلها نعمة. شيخ الإسلام تيمية خلص تيمية، он не был раздраженным, досадным, да, недовольство не проявлял из-за этого предупреждения. Однако наоборот, что он воспринимал это как хорошую возможность. И большинство его трудов написано, когда он находился как раз таки в тюрьме. ما الفرق بين آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس؟ В чем разница между Адамом да пребудет с ним мир и Иблисом? Иблис, عندما أمر بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ امتثل؟ لا لا، برر، قال أنا خير منه. وآدم عليه الصلاة والسلام عندما عصى الله سبحانه وتعالى لم يقل أن المعصية كانت بسبب إبليس وأنه أقسم لي بالله، مباشرة تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أكبر مشكلة عندنا أننا نبرر الخطأ. لا، أخطأت، قل يا أخي أخطأت، تبت إلى الله، أستغفر الله وأتوب إليه. Одна из самых больших проблем у нас это то, что мы начинаем оправдывать свою ошибку, то есть преувеличивать ее как-то. Нет, если ты ошибся, то скажи: да, я ошибся, и я каюсь, это перед Аллахом. أنبهك، أقول لك أنت أخطأت، أنت صنعت كذا، وتعرف أنه خطأ، تقول أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم أعني على ترك هذا الخطأ. Если я говорю тебе: вот, брат, ты ошибся, да, ты в этом у тебя ошибка. Ты говоришь: да, ты признаешь: да, действительно, я ошибся. Прошу Аллаха Субхану, чтобы он мне простил, чтобы он мне помог оставить эту ошибку.